Добрый день. Сегодня очень короткий анбоксинг. Такая достаточно сложная головоломка. Кубоид 1x1x4. Производитель мне неведом. Тут какие-то, то есть написано и осторожно. Произведено в Китае. Будем распаковывать. Как мы видим, головоломка выполнена в качестве брелока, если правильно так говорить. То есть есть колечко с цепочкой и поставляется несобранной. И поскольку пакетик прозрачный, мы видим, что инструкции по сборке нет. Давайте вскроем. И вот оно. Качество. Качество обычного кубика из киоска. Цепочка обычная от ключей. Давайте попробуем собрать. Да, у нас это получилось. Кубоид 1x1x4. Вращение. Кстати, неплохое. Крутится. По-моему, это вот. Чем дальше крутить, тем туже становится. А в обратную сторону легче. Знаю, с чем это связано. Резка углов. Проверить невозможно. И что же это такое? Ну, на самом деле, это просто сувенирный такой кубоид, который можно вот так вот запутывать, потом моментально собирать. Причем он сам пытается вернуться в исходное положение. Такое ощущение, что у него там какие-то пружинки закручиваются, что вряд ли. Ну, самое простейшее, что только есть. Если вспомнить простые другие головоломки, тут 2x2x1, их как бы еще можно замешать так, что потребуется собирать. Тоже елочка является достаточно сложным кубоидом для непосвященных, хотя собирается интуитивно. Такая ситуация многих пугает. Здесь же, ну, слегка перемешивается, и также легко возвращается обратно. А если кто знает, что это за производитель, напишите. На упаковке его не было. Купил за копейки, что-то там рублей за 80. Ну, чисто для коллекции, для красоты. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.